стиралка, как у нас, работает. И тазик все целое. Здесь все целое, полотенце для ног. Здесь все протерто даже еще. Туалетная бумага есть. Свет есть. Так, тут у нас работает мусорный пакетик. Даже чайник, как у нас. Да, уже все, заходи, я уже все снял. Роутер есть. Да, very nice. Сейчас посмотрим, что здесь. Ангары Антонова, типа там. Это Маздам? Еще раз? Маздам? Это сырный хлеб. Это сырный хлеб? Да. Это швейцарский сыр, который готовится на 20% с козьего молока. О! Это было эффектно. Карамелизированный лук. Яна, это же вообще просто приятно. Луковый бургер? Не, лук это круто, я согласен, это хорошо. Самое классное, что это наши цыгане прекрасные. О, цыгане! Красавчик! Давай, 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 давай! Зажигай! Видишь, белая, как красиво! Ух, какой он вообще! Огонь! Да что вы говорите? Так, не хватит. Давайте, режьте пополам сразу, ибо... Не отдадим друг другу. Может, нож поострее? Мне поменьше. Это Маздам? Еще раз? Маздам? Это сырный хлеб. Это сырный хлеб? Да. Это швейцарский сыр, который готовится...